Рубанку года два, и за все это время ни разу ножи не точил, не менял. Но вот сами себя построгали, поэтому два раза. Поэтому, естественно, на одном ноже были такие заусенчики. Но пока вот была черновая работа, в общем-то, не парился, думаю, ну хрен с ним. А сейчас вот пришло время, как бы уже такая часовая работа нужна, поэтому пришлось ножи поточить. Ну, ножи снимаются довольно-таки просто. Откручиваются болтики, потом там два винтика, которые вылет ножа фиксируют, и нож снимается. Думал, он двухсторонний, блин. Думаю, сейчас переверну, и хрен бы с ним, а фиг-то. Пришлось снимать, домой ехать и точить, потому что вот, ну, зимой показывал то, что обычно на объекте, если это подтачиваю шлифовальным диском, болгаркой. Но вот такие работы, конечно, ей не пойдут. Что-то подточить, да, а вот нормально заточить, фиг вам. Стамески заточить то же самое, если подправить нормально. Лопаты, топоры, и, естественно, все болгаркой точится. А вот что-то такое уже серьезное, то, конечно, надо наточили. Ну, в общем-то, вот поменял ножи. Ножи, когда меняете, выставляете обязательно, чтобы вот сам нож, вот сюда ставите угольник, и чтобы он был прям вот в идеале в одну линию, чтобы он не глубже этой пятки не был, не меньше этой пятки. Иначе строгать будет, ну, хреново. То есть он будет либо лишнее выбирать, либо не доходить. А когда вот так вот в идеале ставите, то все нормально, он будет дальше строгать. То есть выставили зазор, который вам нужен, и идет, соответственно, вот древесина, хоп, она ножом снялась, и дальше пятка пошла уже по той глубине, которую вы выставили. И вот он, 110, он, по-моему, соответственно, вот доска 140, там 150, понятно, что ширины не хватает. То есть приходится идти в два прохода. Соответственно, первым проходом идем вот так, на нужную глубину, на которую нам надо. Можно, например, если за раз не получается, а приходится два раза проходить, то все равно идем только вот эту сторону. Соответственно, вот прошли там раз или два. И дальше нам нужно снять вот этот вот кусок. Обычно, когда вот этот кусок начинают снимать, особенно если он шире, например, там 200-я, то получается вот второй раз, когда идешь, либо ниже, либо выше, либо что-то еще как-то. И получается, эти две плоскости, они не совпадают. То есть здесь либо бороздка, либо там углубление, тут выше, либо наоборот, тут ниже, там выше. И явно видно вот эту вот разницу между одним проходом и вторым проходом. Вот чтобы этого избежать, соответственно, вот первый раз прошли первую сторону на ту глубину, на которую нужно. Если нужно, два раза прошли, ничего страшного. Соответственно, получается у нас вот эта плоскость, она гораздо ниже, чем та. Потом поднимаем на максимум, чтобы вот, ну то есть делаем максимальную глубину. И дальше относительно вот первого прохода рубанок ставим вот так, чтобы у нас вот эта пятка, вот эта вот сама пятка, которая уже как бы по чистовому идет, она стояла на чистовом. А по черновому у нас шли только ножи. И за счет того, что у нас ножи и пятка и в идеально одной плоскости, получается, пятка идет вот здесь, а здесь ножи срезают вровень с этой пяткой. И вот так вот выставляем, и вот так вот дрынь, и пошли вот так вот. И все. Так как у нас здесь максимальная глубина, соответственно, вот здесь вот она снимается вровень прямо вот с этим. И вот получается идеально ровная плоскость. Никакого заусенчика, никаких разных плоскостей. И все вот прям как на станке. Так что вот, как-то так.